Смертью смерть поправ, Иисусчему пробежи сказать, да. Володь, лук и чеснок Валя принесла. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот.
батюшка, здесь нет, посмотри. Господи Боже наш, мы просим Твоего благословения на это собрание. Прибудь с нами, благослови нас во имя воскресшего Спасителя нашего Иисуса Христа. Мысль направь к горнему. Научи нас искать вечного и ходить в страхе пред лицом Твоим. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ой, заходят, садитесь сюда. Подвижу. Ну, батюшка, пока нет здесь. Скамейки-то пустые, баба. Садись, потом встанешь. Вот рядышком. Садись рядышком. Давай. Ты у нас, как это, ветеран, главный костяк. Знаете, где лучше. Так, самая маленькая. Вот что это за тарелка, объясните. И вот две. Я на неделю отдал целую кучу, такие приносят и не спрашивают, кому надо, передайте, пожалуйста. Они хорошие. Новенькие нам приносят сюда, я прошу без разрешения не оставляйте. Нам, ну, некуда положить. Вот смотрите, что у нас делается. Отовсюду сбиваю книги для отправки, ну, повернуться даже негде. А все, что кладут там, где мука, это трамплин для мышей. Заберите даром, пожалуйста, чтобы не лежали здесь. Прям на ходу все передо мной. Так, кто это принес? Вот это кто принес? Валера переводит как раз сейчас то, что вы его просили. Так неделя была, 3 страницы знаю, сейчас. Он... Когда он будет здесь? Это жена его отвечала, не он. Прямо ну нужен сегодня еще 2 материала для Николая и для Вити. Консервы, это отрава. Как называются те вещества, которые не дают портиться? Антикоагулянты какие-то, я помню, у нас там назывались. Это на военное время только. Это не кто-то знает, а с трибуны нашей Думы Государственной выступает депутат и говорит. Какие-то шпроты там присылают, отраву. Ешьте натуральное, все. Это на случай войны НЗ. И болеют каждый раз. Как будто мне это надо. Но живите благоразумно. Старайтесь, консервы здесь не были, как свинина и прочее, договорились уже. Вот, смотрите, вот это вот Артос, пасхальные хлебцы. Так, батюшка, тебе приличнее это показать, заходи. Пасхальный хлеб, освященный на Пасху. Специально молитва на освящение этого хлеба была. Принимает его на таща. В любое время можно. Есть такое, говорят, что Артос заменяет, причастие может заменить, это выдумки. Причастие заменить ничто не может. Ничто. Потому что причастие – это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Ничего заменить это не может. А говорят от того, что если где-то было в какие-то времена тогда, что далеко живут, человек умирает, то есть, ну... Давно не причастился, то хоть перед смертью хотя бы ему кусочек тамартоса или фросфорки дать из святой воды. Как бы вроде бы заменить. Но заменить причастие ничто не может. Имейте это в виду. Лучше долго не хранить его, а скушать. А то бывает так, положили долго, а потом хватились, а потом вышка съела, где-то то заплесневело, попала влага. Потом приходит батюшка, а что мне делать? У меня вот просворки заплесневели, там Артос был, заплесневел. Что теперь делать? Поэтому не храните. Побыстрее скушайте во славу Божию и все. Так. Следующее. Молитва, значит, будет в субботу вечером. В субботу вечером я приеду еще, потому что там 2 воскресенья, тогда я не буду. Вот. И в воскресенье утром также будет божественная литургия. Кто детей, готовьте к причастию к детей, если кто желает причаститься. Вот. Когда, если кто-то идет в храмы на службу, когда у нас нет богослужения, а кто идет днем, то я вам всем настоятельно советую, перед тем, как идти, прочитать дома апостольское чтение и евангельское чтение по календарю, какие есть. Потому что вы можете побыть и
просто не услышать. Я вчера был на богослужении, пришел пораньше, еще нет, стоял. И я стоял, и я, когда протодиакон говорит Иктинью, я ни одного слова разобрать не могу, только догадываюсь, что он сейчас это говорит. Но я догадываюсь, потому что ну, за 30 лет я уже мог как-то немножко запомнить, что. Вышел читать и апостола, и Евангелие. Я ни одного слова. Евангелие я вообще думаю, вот. А утром я не прочитал. Думаю, я пойду в храм, я ну, услышу, я уже не стал дома. Помолился кратко и пошел. Думаю, я иду в храм, там узнаю все. Но я не мог ничего услышать. Ни одного слова я разобрать не мог. Вот. Такое чтение. Так читает. Но он видно, что очень старается, сильно старается. Он на каждый вздох набирает вот так вот, поднимется, потом, когда опускается, опять поднимается, опускается. То есть он весь в этом. Старается так, чтобы никто ничего не понял. Очень в этом. Поэтому я вам советую, когда идете дома, прочитайте апостольское, евангельское чтение. Чтобы будет, если не поймете там что-то, знаете, ага, он сейчас считает, наверное, вот это. Вот, чтобы вы хотя бы догадывались, о чем идет там чтение. Я не мог догадаться, о чем он читает. Потом уже пришел, когда домой, да, что ж я думаю, с утра-то не прочитал. Ах, вот оно о чем, оказывается, было. А остальные это люди, и удивительно, люди стоят, смотри, впереди меня стоят люди, стоят всю службу, никуда не шелохнутся, даже не переступят с ноги на ногу. Полтора часа стоят все. Вот. Но потом оживились только люди, когда стали раздавать сумочки для Артаса. Раздавали всем полиэтилен маленькие мешочки, чтобы не крошить, а чтобы в мешочке. Объявляют, у кого не будет мешочка, Артаса не дадут. Люди все побежали тогда в эту лавку, там раздавали мешочки, ну, бесплатно давали эти мешочки. Все. Вот тогда, вот так вот было, значит. Ну, ничего, все равно помолился, я был о чем молиться. Вот. Ко мне какие вопросы? Совершенно не здесь, это не надо, слушайте. Мешочки. Слушаю вас. Есть? А? Мешочки у нас есть. Есть, я вчера нарезал, вот. Не мешочки, а бумажки. Большие листочки специально. Вот. Да. Чтобы хорошо можно было завернуть. Мне советовал Владимир, надо пополам. Я говорю, нет, пополам разрезать, оно не завернется сильно хорошо. Поэтому в такой листочек можно кусочек карты завернуть хорошо. Все берите вот листочки, заворачивайте хорошо. Какого? Димитра Ростовского был. Димитра Ростовского был. Храм хороший, великолепный храм построили. Очень храм там. Сделано. Видно, что труда очень много. Там висят старые фотографии, в каком он был состоянии, когда его брали. Там все было, купола не было. Купол был, значит, обваленный. Там стены разрушены. И восстановить какое-то, ну, практически заново отстроено. Весь храм. Вот. И там все у них много помещений таких пособных. Там, где с детьми занимается воскресная школа, все оборудовано очень хорошо. Вот, там для работников, где есть там и столовая, что покушать можно. Потом настоятель меня угостил завтраком, позавтракали. Вот. Очень хорошо. Ну, не так. Слышно. Ничего. Слышно очень сильно, слышно. Ничего не понятно. Хор поет, еще поет. Батюшка говорит, батюшка так говорит своим голосом и негромко. То батюшку понятно. Батюшка говорит, но протодиакон как выйдет. Ни одного слова, ничего не понятно. Он говорит, значит, таким голосом, да еще, а там акустика такая, он идет только по храму, ничего не понятно, мешается все. Ну ладно, значит, напоминаю, что 11 мая у нас праздник Патриархи, день деревни и день нашей общины. Так вот. Кто желает быть на празднике, милости просим, приезжайте. Это сколько лет? Сколько лет? Ну, 24. Наверное, 23 года. 23 года, наверное, будет. Если это было в 91-м году, 14 мая я приехал, то будет уже 23 года. Вот, 4 часа дня мы приехали втроем. Я, Надежда Васильевна и Валентина Шитикова. Афанасьевна. Валентина Афанасьевна Шитикова. Втроем приехал. И я с Киргизии ехал, привез с собой 8, значит, гусят. Две курочки и петушка маленькие, декоративные. Вот это было первое хозяйство.
нас. Я приехал с гусятами, значит, и это. И мы вечером пошли с Надеждой Васильевной в рывок, договорились корову, и утром мы пошли, к обеду мы уже дома ели свое молоко. Уже подоили корову, ели свое молоко. Деньги все, сколько были, на корову отдал, все, у нас больше не осталось ни рубля в кармане. Все деньги. Но зато у нас была корова. И я первую ночь сплю, и во сон, приснился сон, что... А я ее привязал возле палатки, корову-то. У нас палатки, ничего не было возле палатки. И вижу, что корову украли, увели. Я как проснулся, как выскочил из этой. А корова лежит и пыхтит, наелась. Трава-то хорошая, она наелась и пыхтит. Я думаю, слава Богу, никто не украл. Жива корова. Вот приснится же такой сон, что корову украли. Вот это было 23 года назад. Вот так. Ну а дальше все помаленьку начиналось. Поехали мы сюда с Людой Янчук. Ей надо там в больницу было зубы. Ну и нас довез до трассы диакон. И ждем, стоим автобуса. Должен автобус прийти. И вдруг идет машина, иномарка, подъезжает потихоньку, к нам останавливается, дверь открывается. О, батюшка, ты что здесь стоишь? Я смотрю, Валерий Григорьевич Игонин, бывший директор Катниковский, сейчас он главветврач района. Главный ветеринарный врач района. Едет в город, садитесь. Я говорю, конечно, садитесь. Довез нас до Попова улицы, там мы вышли уже на автобус. Там они. И всю дорогу проговорили, все. Это первый, кто нам очень, человек, который нам очень сильно помог. Он приезжает как-то, а мы на себе и заколка веревкой делаем там покаты и таскаем бревна. Нам надо было там спилим какую осину и где-то там на столб, там на перекладину. А он смотрит, а что это вы, мужики, делаете? Ну как, ну видишь, что делаем, веревкой мы тянем, трое, там четверо, это бревно-то тянем его. А почему вы лошадь? Я говорю, просил, в Корчино не продали, на Урывке не продали, нету. Ну что ты? Ну и все, и он поговорили, он уехал, и прошло дня три, в воскресенье, мы только отмолились в палатке, вышли из палатки. Смотрю, подъезжает человек какой-то на лошади, в седле, и кричит, кто здесь такой? Да. Я вот он такой. Он слазит с лошади, вот вам лошадь поводья отдает, седло это мое, седло я забираю, а лошадь с уздечкой, значит, вам. Я говорю, да как, что, ничего, мне сказано было вам пригнать лошадь и оставить, и все, за мной сейчас приедут. Потом смотрю, приехал этот москвич такой, этот каблучок, как называется, там это зоотехник за ним приехал, это конюк. Я говорю, да кто, мое дело маленькое, директор сказал вам это, отдать и все. Ну и все, потом недели через две он привозит квитанцию, на что мы купили у них как бы мясо конину. Вот по такой там цене, по какой, ну вышла она... Падаль. Как 1300, ну нет, не падаль, потому что ты говоришь. Вот так был у нас изумруд первый. И тогда мы уже на лошади стали бревна таскать и глину месить, а то мы на саман ногами топтали. А знаете, как тяжело глина? Ногу засунешь туда, а она в сапогах, и нога из сапога вытаскивает, так мы уже так, чтобы сапог к ноге привязывали, чтобы он... Нога-то из сапога, чтобы не вылезла. Чтобы это... Ну а потом мы уже лошадью стали, здесь у нас дело пошло. Ну вот так вот было. Вот этот человек, он потом еще, мы уже с Игнатием Тихоновичем дом когда достроили, и печку докладываем, а уже луна светит, темно. Это был уже октябрь месяц, где-то 13 октября. Примерно. Вот. А еще светло было, смотрим, он подъезжает. А они там, поля были недалеко от нас. Подъезжает. Ну, мы поговорили, что за печку докладываем, трубы нет у нас, не знаем, где трубу взять. Ну и все, он уехал. А вот мы когда докладываем, уже все, печку, только бы трубу взять. Слышим какой-то грохот. Грохот такой идет. Мы, что это такое, откуда? На небе ничего не видать. Ну, грохот. Смотрим уже по деревне, мы думаем, что же такое? А он на УАЗике был. И железную трубу, там это от Нории, или где-то там, ну, зерно где перерабатываем, она такая квадратная. Он ее прицепил, и... Волокет ее, а там километров, может, 15 это от их бригады, где бригада-то. И он эту трубу-то нам привел. Мы тут же трубу поставили и затопили. Печь. Да, у нас русская печь была, там, то вот молодые сестры были, там приезжали, когда в гости-то там на праздник, там по 20, по 30 человек приезжало, даже больше. Там на печке как лягут на этой вот так вот, рядами-то.
На палате, я палате взял, на палатях, на печке там спали. Все было очень. Ну, вот так этот человек нам так помогал все время. Итак, где-то что-то там пришлет. Такой очень он доброжелательный был. И по сей день мы так с ним как-то добрые отношения, скажем, дружим. Просто ни одного праздника не было, чтобы он не позвонил мне и не поздравил. Любой какой-то религиозный праздник там, и даже, может, незначительный. Я даже как-то в другой раз и рвал. Батюшка, с праздником! Я даже, какой праздник? Он там уже называет какой такой. Ага, ну, праздником. Всегда так вот. Я пригласил его, ну, приеду. А мне гитару взять, я песни спою. Я говорю, бери, споешь. Ну, он уже, я добавлю, чтобы представить его, это примерно вот как у нас Глушков Игорь, но только могутный, не без всякого это, да. Лишнего. И он это чемпион по каким-то поднятиям. Гири, уже... гиревик, он гири там, гирями занимался, значит, когда, ну, когда молодой, моложе это был, гирями занимался. Все, ну и он все, всегда так спрашивает, как у вас там, да что там это все. А его, значит, Афонин-то, наш участковый, это его зять, он женатый на его сестре. Это сестра его, Валерия Григорьевича, это жена нашего участкового. Вот. А он тоже участковый такой мужик, ну, расположенный так, позвонит другой раз, там, и каким тихо, ну как у вас там, все в порядке, никто вас не обижает там, что? Вроде если нас кто-то обижает, то он приедет, даст тем, что майор. А он едет, он спрашивает, как там зять-то мой вас это навещает? А я не знал, я говорю, а кто ваш зять, какой это? Я не знал, что его сестра-то это. Она учительница работает. А Люда-то ее знает, Татьяна Григорьевна. Ну и вот, вот так вот мы вчера так доехали хорошо. Ну, рассказывать долго, история-то большая, давайте занимайтесь. Я, батюшка, коротко про Афонина скажу. Вот милиция, везде ее ругают, там хапает на дороге, зря штрафует. Это милиционер другого склада, он держит сколько коров? Ну, сейчас он нет, уже в прошлом году он убрал. Сколько? Было у него 8, что ли, коров? Представьте. И сам все управляется, другое хозяйство. Ему не надо обижать людей. Он труженик. Но у него было даже рассказывать так, что там кто-то там, ну, что, на полигане, или он говорит так. Или пойдешь туда, или иди на коровник. У меня навоз вычисти там. Этого, кто там этих? Ну, свои деревья там. Ну, вот тут сразу, конечно, смотри. А другой раз, если будешь, я тебя, значит, на 15 суток туда отдам, если ты еще будешь. Все. Хозяйство там свиньи держал, он там сколько у него там свиней, наверное, тоже не один десяток был. Сильно хозяйство хорошее. Ну, дети, я как, а зачем тебе такое, говорю, хозяйство? Ну, как, у меня вот дети там отучатся там в институте, там это, да еще там, а теперь там... Замуж выдавать, женить надо, как надо, значит, отделять там что-то это, и вот он. Так, я сейчас отделение спрошу, Витя, держался. Так, ну что еще? Так, все, сеять не начали еще, боятся. Идет к нам циклон с запада. Передают по новостям, я слышал, в Екатеринбурге за один день выпало снегу, двухмесячная норма. Машины от там Камышлов, город недалеко от Екатеринбурга. Вот. На дорогах пробка на 14 километров машины. Там шел автобус с детьми, ну и он посреди. Ну, детей как-то там вызволили, их Камышлов там отвезли где-то в интернат или куда этих. Экскурсии ехали дети. Их там накормили, говорят, обогрели, потом на поезде их отправили. До Омска они, что ли, нужно было им. А в Омске, когда поднялся, прошел ураган, на остановке, на автобусной, люди стояли. И ветер так дунул, что остановку перевернул. И одна девушка попала, ее насмерть. 21 год. Погибла девушка. Это передают по новостям. Несколько раз передавали. Что такой ветер, что, видно, плохо была закреплена эта остановка. Ее перевернула и придавила. Девчонка придавила. Вот этот циклон движется сюда. Докуда он дойдет, может прийти к нам. Так что не расслабляйтесь. Так. Слабеет, пока дойдет. Ну, может быть, дай Бог, чтобы. Так, у меня вопрос, который нужно, чтобы все в него вникли. Вы помните, в житии Бытия написано, когда Яков шел навстречу брату Исаву, и он страшился, он не знал, как, потому что он его обманул, благословение то отца слепого Исаака взял. И он разбил стан свой на два стана, а впереди послал дары. Идут 50 коров, 30 верблюдов, там 500 овечек. А тот послал воинов своих.
там 300 человек. А что это за такое? А это в дар Исаву, дар Исаву, брату моему. Он задабрил, задабрил. И когда впереди, вышел сам, а за собой-то жена, дети. И один стан, а второй стан спрятал в себе. Если один отнимут, то у меня что-то останется. Вот это я всегда делаю так. У нас книг много, мы сами издаем. Самим надо хранить, самим сберечь. И в одном месте очень опасно. Это и воры, и пожар, и непогода. Было такое. Я развез повсюду. У кого на руках книги мои, поднимите. Так, мне нужно тщательно проверить. 30-29 тома нигде нету. Как будто кто-то ночью залез, а эти книги были ближе всего к выходу. И будто бы кто-то вынес. Там должно быть не менее, ну, я не могу точно сказать, но 300 томов. По 300 томов. Книги вот такого вот размера, по 752 страницы. Нигде нету. Ну, Игоря Добунова спросить, у него же много книг. Были, ездили наверх, поднимались, нигде нету. Это для меня было как просто неожиданно. Поэтому недостающее на нынешнее, а мне нынче нужно по 120 экземпляров каждой книги с собой взять. Это 3700 килограмм я беру сразу только. Машину надо нанимать, это уж Николай сделает там. Найти книги, помогите, помолитесь. Пока восполняют тем, что потеряют, увезли, теперь оттуда привозят, разрывают общее количество. Ну там немного, там больше 100-то и не было экземпляров. У меня приближается время, когда в этот вот май месяц наступит. И на май месяц что у нас намечено? Вот это день деревни. Об этом надо всегда молиться. Деревня и наша община, мы неразрывно связаны, как одна община. Хотя это две общины. Вот батюшка говорил, это далеко, он сказал, и далеко-далеко не все. Самое удивительное, совершенно незнакомые нам люди приезжали на самосвале, привозили материалы. Бывает, везут, когда где-то бревна по поезде, и стоят стояки, ими стянут. Эти стояки, ящики из-под пива. А у нас все дорого это было. Ну, одна дощечка. Ну, нет, ничего, совершенно-то. Там гвозди вытащим, выпрямим. Приезжали журналисты, все работали. Ну, зима, и негде жить. Совершенно незнакомые люди помогали. И они теперь встречаются иногда, а я вам привозил то-то. А на Хама нужно было плиты железобетонные, там остались еще, перекрывать. Вагон лесу сразу батюшка выписал, вагон. Это крыша, большая крыша на школу и над храмом. Все своими силами. Поэтому в России погибших 17 тысяч сел еще. Но у меня данные устаревшие, нынче говорят, уже за 20 перевалило. Тысяч! Это невозможно даже представить, что мы потерпели в стране. Но рассуждать можем, ахать, плакать. А конкретно, вот участок земли получили, начали работы, строить дома, посеяли. С помощью других за все рассчитывались. Нам от мирских людей только вот такое по мелочи, что, говорится, не нужно было. Достали второго коня. Мы-то не знаем, как мы кому-то мешаем. Почему наши земли, когда нас там не было, Потеряевки, 20 лет, их отдали Корчинским. У них тут были покосы, они приезжали, садили. И теперь вдруг явились какие-то, они нас крещут попы. Это все теперь мы оттягиваем назад. Лошадь рядом пасется, а колышек, ну, батюшкин где. Прибегает конь, батюшка даже не знает, что он храпит такой. А конь хороший такой был, изумруд звать. А ему железный штырь вот такой в спину воткнули. Что, батюшка, с ним было-то? Зарез... Ну, еще зарезали сразу, и все, что. Представьте. Я штырь-то вытянул, когда... А говорит, на, я выдорчил, когда воздух-то пошел, он сразу упал тогда. Ну, что, зарезали, и все. То есть, меры беззакония... Нет, это все дьявол научает людей. Ну, а теперь Бог милует, и как-то... Что-то где-то воровали когда-то, что на улице оставалось, и нет, постепенно... Добавлю. Когда мы первый еще год начали там, я заявил, что будем здесь селиться. То очень забеспокоились местные власть имущие. Тогда еще была, значит, партия. Приезжает первый секретарь райкома Куфаев Александр Алексеевич. И вот ходит все, нет, вы давайте, не надо здесь. Вот мы вам дадим квартиру, где желаете, в Катниково, в Ермачихе, там, в Трубачево, там, в любой там деревне, где есть хорошие квартиры, там, там и работа будет, и все, только не селитесь. Я говорю, мы приехали домой.
Мы вам ничем помочь не можем. У нас там крыша детского сада бежит, там в школе там надо ремонт, у нас нет ничего, мы вам ничего не можем помочь. Я говорю, можете. Дайте, говорю, слово, что вы не будете мешать. Он, вот это я вам обещаю. Пожал руку и все. Потом прошло лет, наверное, 8. Он стал заместителем губернатора по сельскому хозяйству. Был. И он, проезжая, заехал к нам туда. А мы когда разговаривали, то мы на берегу пруда сидели с ним, когда он дал слово, что это. Ну и когда поговорил, он все обошел. Да, сколько вы труда здесь, я смотрю. Я говорю, это Александр Алексеевич, это благодаря вам. Вы оказали нам такую помощь. Он, да что вы, каким, да какую? А я говорю, помните, мы в 91-м году сидели здесь, вот, и вы пообещали помочь, чтобы нам не мешать. Он, ну что вы, как вы вот это запомнили за счет? Я говорю, очень запомнили. Но никто не мешал, я говорю, нет. Вот за это вас благодарим. Очень говорю, что благоприятное время это прошло. Вот так было. А когда еще ходили, он приехал и ходили, был и депутатом был, вот, один. Потом он стал председателем сельсовета на станции, Иван Николаевич Писарев. Они прошли все, а он потом потихоньку сказал, мужики, держитесь, не сдавайтесь, держитесь, не сдавайтесь, пожалуйста. Так, все, и все. И он потом потихоньку тайно помогал нам. Вот. Он, значит, там имел, а там была торговая база в Корчино. И однажды приходят два самосвала, полные, груженные тарой, деревянные ящики. И опять кричат, где такой, я, куда вывалить вам? Кто, зачем? Нам сказали привезти, вам вывалить. Я говорю, у нас нечем, нам ничего платить. Директор сказал, вывалите все, наше дело довезли, довезли все. Ну я вывалили, они уехали. А это он, Иван Николаевич, этот Писарев-то, с этим, с директором этой базы. А этот директор этой базы сейчас глава района. Нефтебаза. Нет, не нефтебаза. Нет, торговая база. Вот, Переверзев. Фамилия Переверзев. И вот он, значит, нам это. А директор нефтебазы-то, я с ним поехал, когда нам надо было что? Керосину. У нас же не было электрики. Керосину. Как? Ну, нет, там, мы не продаем, только через директора. Но я зашел к нему, а он такой полный директор. Ну и когда разговорились, да дальше и больше, он, а кто вот? Он, оказывается, учился в одном классе с сестрой, с Ириной. Еще, ну, больше еще, познакомился здесь совсем уже, родня. Считай, что он так это очень доброжелательно. Ну что, ну керосин, какой разговор, сколько вам? Да я говорю, да хоть литров 5. Так что литров 5? Флягу привозите, со флягой, значит, наберете, да, керосин. Это лампы, лампы. Лампы, чтобы лампы, фонарь там зажигать-то, лампы. И вот он, что нужно, там машина, я к нему всегда приезжаю там и... Ну, Андрей, Алексей Андреевич, я говорю, машину. Сейчас он на телефон звонит там, мне машина нужна. Да у меня нет. Ну как нет? Мне срочно машина нужна. Куда? Ну, недалеко здесь мне нужна. Давай машину. Он звонит там какому-то там другому директору. Подожди, сейчас придет. Машина подходит. Так, садись. Езжай. Так, заправь. Заедешь этому шоферу, заправься на заправке. Все. Ну, а ему говорит, там, что он ездил, дай там что, ну, на бутылку, что ли, там, хоть там, рубля 3 там. Это. Больше не давай, говорит. Это. Все. Все. Зимой тогда мы цемент завозили. Из Китима я ездил, а цемент не продавали, в личные руки не продавали частным лицам. Только нужна доверенность хозяйства. Я опять оттуда с Китима возвращаюсь, приезжаю ночью в Катниково к этому директору. А его дома нет, он где-то там свадьба, что ли, где-то в Корчино. Ну, я ночевал, утром просыпаюсь, он уже дома и значит, это, что? Я говорю, так, ну ладно, пойдем, пошли с ним в контору. У него пока планерка там, сиди, говорит, слушай, что будет здесь у нас. Посадил там все, я сижу, ну кончилось, пошли к Бугате, он говорит, выпиши доверенность им на 12 тонн цемента. Он говорит, да как, ну не за наличный расчет, говорит, будет, только доверенность, что как бы хозяйство берет за наличный расчет. Я с этой доверенностью теперь еду в Искитим, тогда не продают. Я рассчитываюсь за 12 тонн и цементовоз привожу. А дорогу прочистили, а на другой день пошла метель, дорогу сравняла опять. Ну а я наказал Павлу. Павел был, я говорю, если задует, то ты сразу на лыжи и
на станцию. И он на лыжи на станцию, опять директор, и он опять бульдозер посылает, и дорогу прочили. Мы так вот завезли цемент. Было. Вот так вот люди помогали. Совсем. Казалось бы, и нет, а оказывали помощь. Другой, значит, зоотехник привозит это, а мы, соломы-то нет, цемент нет. Мы там где-то мешок насобираешь, пойдешь, это, он, ну что, да соломы нет. После обеда привозят нам сеновоз соломы. Скорченный этот, зоотехник. Прислал сеновоз соломы. О, тогда у нас и солома есть, глина у нас есть, мы копали, там все, дело пошло. У нас очень хорошо было. Ну, так вот, ну и дальше это все... Рассказать это много чего. Но только то, что были уверены в том, что Господь отвечал на наши молитвы. Мы когда затевали это, то молились: Господи, если угодно тебе, то благослови. Дай нам силы, разумения, мудрости в этом. А если нет, не угодно это дело, то расстрой, Господи, чтобы оно не состоялось. Чтобы это было не на погибель нам, а во славу имени Твоего и на радость рабом Твоим. И вот... Трудно было, но зато было как-то и радостно, и все. Много кто были, приезжали, многие уехали. Одни уехали, ошиблись, не туда попали. Думали, что здесь, ну, просто рай, сами булки на деревье висят. Значит, молоко можно почерпнуть в пруду ведром, и все. А оно, оказывается, не так. Булки не висят, их надо, значит, пахать, сеять, и потом замешивать тесто, потом еще печь. Только тогда булка получается. И молоко не так просто. Нужно коровку купить, там развести ее, накормить, подоить. И тогда только будет. Кто влился в это и понял, что только так, те, значит, образовались и безо всякой. Вот у нас остались тот Андрей Устинов. У него помощи никакой не было. Помаленьку сам... Начал все своими руками, строил и дом, и все. И Игорь Барабаш тоже ничего. Ему отец только корову дал. Вся помощь была корова. А дальше он сам все. Постепенно все. Жена у него городская, ни одного дня в деревне не жила. Но он сейчас уезжает в город, у них 12 коров дойных. Она 3 раза в день, ну не всех, 2 раза в день, значит, 12, там в обед там 3 или 4 подоить коровы. Значит, всех она подоит, все молоко, представьте-ка. У Андрея Устинова жена тоже городская совсем. Вас, говорит, как вы, откуда с деревень набрали? Да с деревень у нас никого, я только там, мы, все. Остальные все городские были. Янчуки приехали, ни Женя, ни Люда. Все время они городские люди, коренные городские. Все образовались. Кто и Жене помогал? Женя тоже сам своими руками. Никто ему, много ему мать могла помочь. Все. Но труд. Разводили скотину как-то, значит, нашли, где рынок сбыта, там сбывали помаленьку, все. И от этого все идет. То есть, у меня часто спрашивают, а вы община живете, у вас все общее? Я говорю, да, у нас общее. Общая у нас вера, забота о храме, о школе там общая, об общественной жизни. Остальное все так, принцип такой, кто как топает, так и лопает. Вот и все. Кто говорит, а мне надо. И уехали, другие уехали. Предложили уехать им за нарушение устава. То есть, когда люди поселялись, устав приняли, да, мы обещаемся исполнять и сохранять устав. А потом стали нарушать. И нарушать очень злостно. Раз-два предупредили, на третий раз общее собрание вынесло предложение, чтобы они покинули. То есть, силы мы не имеем, что какой-то физической, но у нас одно действие – молитва. Кто не хотел, делали крестный ход вокруг дома с крестным ходом. И человек... Сразу уезжал. Все. Вот так вот. Были такие случаи. Ох, ну что, 23 года прошло. Слава Богу. Я повзрослел за это время. Так, я снова возвращаюсь к книгам. Меня интересует 29-й, 30-й том «Открытым оком». Дело в том, что у нас книги здесь примерно 90 из 100 книг, 90% это то, что мы дарим даром. Библиотеки, важные такие места, люди, мы дарили просто. И не где-то, а в Кремле. У Путина книги есть, у Медведева, у Патриарха. Ясно дело, что ну, они могли бы догадаться, что мне не на что издавать. Но пока-то просто так. Видели у них библиотеки.
А 10 книг, вот нынче всю зиму запрос книг идет. С других даже республик, с Белоруссии, Ханты, Мансийский, ну отовсюду. И книги приходится посылать. Книги работают. Недавно один батюшка, вот только что 3 дня назад прислал. Я наткнулся на ваш форум, и для меня как в тоннеле свет появился. Священник. И появился смысл жизни, когда попал к нам. Другие сейчас, говорит, работаю я. Второй том. Как работать правильно с сектантами? Это море, это энциклопедия на сегодняшние дни. И вот в прошлый раз получилось так. Всегда покою здесь даю на стол, а Татьяна Кузьминична, вот она сидит, она отправляет, ее увозят. А тут получилось, я почему-то вышел, куда-то меня вызвали. И в это время остался Сергей Павлович, ты и Татьяна Кузьминична. Я зашел, уже упакованы две коробки, все проверили, ошибки никакой нет. Сердце мое, ну не могу двоим не доверять, не проверяли, ну что не проверять. Разного цвета книги. Написано какой том, вот его видно, какой том, 15-й. И вдруг приходит из Терпухова ответ. И ответ какой? Безответная книга, 21-й том. Мы ее на зубок буквально пробовали, целая, неповрежденная. Бывает какой-то хам где-то что-то мог бы сделать. Ничего, ни слова, ни полслова. Гадали, гадали, другим задали. По какой причине? Что не понравилось ему? Но он просил, ему выслали, он рассчитался. Я только потом подумал, да ведь, видимо, 2 экземпляра одной книги положили. А раз 2 экземпляра положили, значит, какую-то не положили. И эта версия оказалась самой правильной. Он говорит, я в командировках, я только приехал домой, не знаю, ну, 2 экземпляра выслали, да, у меня 25-го не хватает. И вчера Татьяна Кузьминична послала. Это обошлось ей дополнительно 100 с чем-то рублей. Так, передайте Сергею Павловичу 100 рублей с вас. Передайте. Ну, это он знает, что. Передайте. Татьяну освободите. Там 105, 5 рублей она заплатит. Отдай. Так, 100 рублей на фон. Примите от него 100 рублей. Он сказал, сразу отдаст. Так, работать очень серьезно надо. Когда я распространял пленки, то есть катушки, там вот такие там 500 метров были. И один раз только доверил двум братьям. К слову сказать, они даже зять. И они вместо записанных, которые переписывали, заложили чистые. И ушло куда? Прибалтика. Южной республики. Теперь от них известия к пленке не проигрываются, они чистые. Я так ахнул. На какой день? Когда послан? Сразу высчитал. Это туда увезли, теперь обратно везти. Это ужас какой. Все это на меня. Я должен теперь по отдельному делу переписывать, отсылать. Сегодняшнего дня ни разу, чтобы... Вот, 100 рублей я возвращаю. Благодарю. То есть, отработать надо ошибки свои. И далее попросить, чтобы подобного не было. А почему так? Книги некоторые, они по высоте должны быть одинаковые, а кое-где мало, а на другой много. И из другого подсовывать под них. И не посмотрели, поэтому взяли, не глядя, надо на ребро ставить и проверять. Не проверили. Ну, извинился, человек-то очень хороший. Я работаю сейчас с книгами, там я столько нашел для себя, тут нападают там такие-то люди, я ответ нашел. Книги это не праздное какое-то любопытство. Я немножко сегодня из книги заодно прочитаю. По-краткому буду говорить. Помолитесь о Валерии Сокольском, он взял на перевод, у меня 3 страницы, и неделю не переведенная. А у нас на этой неделе ехать. У Николая Лист теперь, ветер пристал, а там рабочий где-то, надо перевести. Делать все нужно сразу немедленно, в этот же день и вернуть. А он еще в дверях обернулся, а я через неделю перенесу, ладно, неделю три листика. Я могу говорить о языках, потому что я был переводчиком с разных языков. Не просто так, а вот такую вот книгу. Я всю перевожу с немецкого, с английского. Потому что мне нужен перевод был, перевод толкования. Я опоздал ехать за границу на 50 лет. Мне бы не нужны были переводчики. Я испанский язык занимался, греческий, французский, немецкий, английский, латышский. Для меня достаточно. Вот сегодня ничего нет, я совершенно другим занимаюсь 50 лет. Чтобы Валера вышел на связь. Приехал ко мне сегодня. И документы я тебе вернул, и взял 2 документа и сделал. Потому что на этой неделе мы должны быть 2 числа в консульстве Великобритании. Там снимают отпечатки, проверяют, дадут они или не дадут. Усилить молитву. 2 на этой неделе у нас. 2 числа мы будем в Новосибирске. Большую работу проделал больше всех. Это
брат Виктор Петеримов составлял эти анкеты, все надо на английский язык, а вопросов, кажется, там 104 вопроса. И где мой отец был, и где мать. И у них главная задача такая, не принесу ли я ущерб им, служил ли силовой структурой, был ли следователем, когда работал ли, какие у меня деньги, кто меня финансирует, жена где, то есть вернусь ли я, не спрячусь ли в Англии, там есть такие нелегалы. И они это боятся, мы доказываем. Во-первых, нас просят приехать не кто-то, а пастор. Пастор зарубежной там общины. На английском языке пришло приглашение. Спецкурьер приехал. Привезли. Это что-то значит. И мы не на полмесяца, даже меньше, две недели. А там больше пяти дней мы не будем. Но думаю, это положительно будет. Далее, мы не первый год за рубеж. Первый год почти невозможно получить. Но у нас уже там есть, прошлогодние. Шенген открыли, виза есть. Это тоже положительно. Теперь надо, чтобы Господь усмотрел что-то лучше. Там нас ждут в Англии. Там из города в город перевозить, когда что договорились. В Финляндии какие переходы, в каком городе, где встречают. Самое интересное, патриархия, я повторяю еще, запросили патриаршие храмы, и патриархия московская дала добро на встречу со мной. Это вообще невиданная вещь, впервые. Они как огня боятся, еще они себе смертный приговор подписывают. Я говорить буду то, что положено мне от Бога. Я не могу приноравливаться ни к кому. Мне не дано это. И люди новые, которые пришли, нас говорят, именно это и привлекло, что вы ни перед кем не склонились. Вы говорите, как написано. Вообще сегодня в эфире-то нету. Если баптист, тянет баптистам, православных православным, католик католикам. Мы никому не тянем. Мы говорим, воля Божия такая, ты избери свой путь, куда ты пойдешь. Может, я мусульманство нужен, но запомни, что ты без креста вечности будешь. Это я должен сказать. Деяние 4.12. Значит, а Валерий, помолитесь, чтобы сердце его как-то расширилось для нас. Мы нуждаемся, а дальше мы не нуждались, в нем мы не будем нуждаться. Потому что ну, момент такой. Вот что я дал тарелке, просьба, разберите, пожалуйста. И без моего благословения ничего здесь не оставляйте. У нас негде положить. Вы зайдите, где женщина раздевается, посмотрите, под потолок все заставлено. У нас виноград, виноградник и огородчик. В прошлом году это сестра Чернявская была, она Кравченко, что ли, Валентина Ивановна. Она была, нынче она ну, совсем старенькая не может. Кому нужна земля и виноград? Ну там какие-то кисточки, нам пришлете Потеряевку, ребятишку. Кто возьмет землю даром? Вот она рядом, колонка рядом. Земля в городе кому нужна? О, живут люди у нас. Это не Украина. Сибирь. Братьям украинцам обращаются. Приезжайте, места всем хватит. И русский язык здесь у нас не запрет. Вот несколько моментов, которые я хотел сегодня высветить. Таинств семь церковь назначила. Таинств. Некоторые надуманные просто таинством называются. Ну, как церковь сказала, мы так и будем. Но таинства, которые были в церкви, были только два. Крещение и причащение. Больше ничего не было. Венчание, прочее, что сегодня вокруг водит священник, этого ничего не было. Праздника было только два, а не 12. Все, подогнали по 12. Тут и покров, великий праздник, даже уже преображение. Преображение вообще никакой роли не играет. Преображение, если я преображусь. Но они есть, и мы должны их людям изъяснить. И мы это делаем. Мы изъясняем так, чтобы вошло это как-то под кровь, под крышку Библии. Так вот, крещение. Мне задают вопрос, вот как вы уверовали 50 лет назад? Вы все время кому-то говорили, да, а если говорили неправильно, а люди это неправильно понесли дальше. Человек-то меняется, вот все не так, понимаю, дальше так. Что самое удивительное, мне сразу в один день Бог дал все, что я имею сегодня. Я 51 год не упускаю книги, считаю все сектантские, баптистские, адвентистские, иеговистские, католические. У меня целые кипы. И мое мнение первоначально, в первый день получено, не изменилось нигде, только углубляется. То есть я не знал, в каком году у них там переворот был, у Мартина Лютера, когда там появился Свингли и прочее. Ну, такие детальки просто совершенно. И вот знаковое событие крещения. Для меня оно как-то раскрывалось, но вот в этом году еще больше открылось. Какой человек бывает при крещении и какие бывают атмосферные явления?
может быть, даже некоторые не замечали, оно имеет какое-то значение. Вот приехали две сестры, вот Валентина Стертисон в Германии, там Тамара, которая умерла в клочках здесь. Две сестры приехали. Крапит дождик. Все небо затянуто вообще, ну, от горизонта до горизонта. Батюшка сводит их в воде, и вдруг как будто кто-то тучи вот так раздвигает над стадионом. Солнечный луч, все, крестится, опять все замкнулось, и до горизонта ни одного просвета нету. И обе они, видите, какие они ревностные. Она в Германии, там, она несет Слово Божие, она благовестница настоящая. Ну и сестра в этом состоянии, она была одна, проповедовала, ничего не могли с ней сделать. Она претерпела большую аварию, там операция была, умерла. Знаковая. Я считаю, однажды крестят маленькую девочку, а другая стоит рядом, которая принимает ее. И которая принимает, в момент, когда крестят, она падает в обморок. Но это крещение, это где-то она упадет в обморок, еще можно там сужение кровеносных сосудов, там что-то можно объяснить. Но это крещение. И вы знаете, кто это будет? Главная колдунья мира, Елена Блаватская. Это уже знаковое событие было. Крестят одного человека, он Капроним, его потом прозвали. Это нехорошее слово за ним закрепилось. Константин. Ну как, Костя, Костя. Его в купель только, он в это время там оправился. Его назвали Капроним Гнойный. Ну по-русски засранец. Как Андрей Кураев объясняет. Костя засранец. И он будет императором и будет гонителем христиан страшным. Это знаковое явление. У нас было такое. Принимает, было. Принимает крещение, нормально, все, человек падает в обморок. Объяснять может чем угодно. Я вот был, да не доедал, да то другое. Почему ты раньше не упал, не после этого? Да солнечные лучи сияли, все. Но дальше покажется проклятие. Проклятие над домом, проклятие над делами. То есть полностью проклятый оказывается человек. Я знал, написано благословение отца созидает домы, а проклятие матери разрушает. Я подумал, что проклинает мать-то, но мать детей редко проклинает. Я, углубляясь в это дело, понял, проклятие, что мать под проклятием, ее проклятие распространяется на дочерей. Она, допустим, мать учит, да вы отца не слушайтесь, и они дети поносят отца. Проклят злословище отца и мать, проклят, проклят. Она против десятины. Двойное проклятие. Проклятием вы прокляты, вы обкрадываете меня, говорит Господь. И разрушена вся семья. С детей сняты кресты. Поста никакого нет. И, наконец, полное отречение. Никакая это вера не православная. Вера православная – это не вера, так сказать. Все, полностью. Это проклятие матери. Разрушает дом до основания. Это буквально. И вот когда крестит, бывает человек, что-то с ним делается. Я теперь просматриваю, где у нас уже видео было. И вот при крещении человек ведет себя, как принято говорить, неадекватно. Такое испуганное у него лицо, он буквально падает. Что это? Я не знаю, я батюшке показываю. Смотри, ничего нельзя сделать. Время-то идет, должно показаться. Я никого не называю, запомните, не называю. У нас были эти люди, это было два раза, и с обоими катастрофа. С кем это было? Полная катастрофа. Я этого не знал. Это вот углубление в это дело. Я хотел сказать, как крещение надо готовиться. Бывает человек так вот, ну вот у сектантов мы вчера смотрели, как они берут двое с двух сторон, и вот так вот он и берет, а здесь руки, чтобы правая рука была у нее сверху, он вот так ее берет за руки, а опрокидывается. Бывает двое с двух сторон ее вниз, под воду, на ноги ставят, выходят следующие. То есть это положение в гроб, это не крещение в смерть. Сектанты крестят правильно. Вот мы вчера смотрели у баптистов центральный молитвенный дом, центральная церковь в Москве. И 52 человека крестили, мы все посмотрели. Заглядение. Но крестят, опрокидывают туда. И который стоит там, стоит внутри с галстуком бритый. В воде стоит, который крестит. Но слова произнесет четко. Веришь ли, что Иисус умер за тебя? По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Один даже с бородой там на Украине. Веселое, радостное лицо. И как они благочестиво одеты все. Не православные. И они не священники. Это таинство совершает священник-то. Я когда... Никто так меня не трогает, как вот это. Православие-то уже привыкли так.
показывает православный. Я ролики это вытащил, крещение на первой странице. Священник объясняет правильно, такое таинство, в котором человек при троекратном погружении, а сам вот так ребенка держит, при троекратном погружении, вот от нога ребенка, и вот так на голову вперед, это троекратное погружение называется. Ну какое погружение? Погружение, ты не знаешь, что такое? Вот откручу, я погрузил палец туда, а не погрузил, ничего нету. Показывает армянская церковь, это церковь апостольская. На 500 лет раньше они пришли ко Христу, армяне. Как крестят? Вот такая чашка, примерно вот такое вот, как вот это вот, железное. Поглубже. Подходит девочка, он ей берет ладони, опускает. Совершенно одета. Одного, второго. Руки крестят. Руки крестят. Вот до сих пор руки крещенные. А дальше мокрой рукой вот так вот обтирает ей лицо. Сзади спину ей погладят. Здесь показывают католики. Католики так. Подходит, голову наклоняет, и у него как бы пипетка такая, он раз капельки потекли, все крещеные. Ну евнух и куда сошел с Филиппом? В воду! Крестили, много воды было, близ Енона. На всех изображениях древних и везде, где князь Владимир крестил? В Днепре! Явление Христа народу, Иоанн Креститель где крестит? На Иордане! Откуда это безумие полное пришло? Это рождение свыше! У ребенок не рождается где-то, он полностью погружен в околоплодную жидкость. Он рождается. А если воды там бы не было, его бы и не было ребенка. Он из одной воды попадает в другую. Я вам говорю, вы для себя это имеете в виду. Бывает так вот, у православных так, Христос умер стоя, поэтому в смерти вот так надо креститься в воде и подниматься, как Христос, когда опускался и поднимался на кресте прикованный-то. Если человек не может склониться, ноги одеревенели. Батюшка просто ломает вот так. Были такие случаи. Подумай, что это такое. Это упрямый дух. Это непокоривость. Так а что у меня тогда было? Не действительное крещение? Действительное. Но ты-то сама должна себя обследовать. Или ты, брат? Что с тобой сделалось? Батюшка давит, он не может стоять. Вот так по грудь стоит в воде и не может... Не может, я не могу ноги согнуть. Это знаковое событие. Понятно? Вот я смотрю, кто у нас хорошо крестился, вот, ну, которые остались там другие, все хорошо, но вот, и из сестер у нас была Золотова, Вера Федоровна, врач, Марина Геннадьевна Дебунова, как она стоит. Остальные просто упускаю из виду, показываю как образец, как она стоит, сложила руки. Начинают обтираться, они не обтираются. Под воду Мариночка наша ушла и опять стоит во имя Отца. И Сына, и Святого Духа. Рукой не пошевелит. И она стоит перед Богом, молится. Это то, что ну, у нас почти все так крестились. Но я просто беру двоих, которые заснятые, у которых лицо видать. Вы с кем беседуете, кто готовится к крещению, готовится. Кто не крещен, полное погружение, нет крещения. Нету, это обман. Если священник причащал, а там было не вино, а квас налитый. Нет причащения, это обман. Это обман. И он венчается, и оказывается, у него две венчанные жены. Венчание это недействительное, потому что ты обманул священника. У нас не положено четыре жены, как у мусульман, иметь. И поэтому брак твой недействительный, он расторгается. Таинство имеет определенные условия, правила, которые надо исполнять. Я крещаемых говорю. Так, Виктор Андреевич, пожалуйста, только просьба... Слух не произносить ни одного слова. Сейчас вы прочитаете. Я попрошу, это 15-й том. Когда-то было, я сказал вам, напишите, как вы пришли к Богу, как пришли в общину. И в то время готовился акт о каноническом признании Московской патриархии. Но мы уже тогда говорили, что они будут давить под объединение. Как вы на это смотрите? Вот эти три вопроса люди отвечали дома. И ни худо, ни бедно, 84 человека ответили. Ответили так, что некоторые не верили, что ответили. Вот Мария Барабаш, твой дедушка, он не поверил, что мама твоя писала сама. Он говорит, да ты Игнатий написал за нее. Она говорит, папа, да он-то Игнатий в Барнауле, я дома писала. То есть у людей настолько чистое, здравое объяснение, понятие было, что даже знающие их родственники не поверили, что они уже другие. Так, в конце, здесь, где говорится имя, кто, фамилия, уже не считать. Вот, послушайте, это маленькое, небольшое. И тоже рядом, так, я вам скажу, кто дома, прочитайте про себя. Запишите. 2943.
15 том, вопрос 2943. И потом будет 2946, почти рядом. 943? Да, вот отсюда вопрос. Вопрос 2943. Это мне вопрос был, и на него отвечено. Патриархальные батюшки тоже ведут занятия в городе. Не пытались ли среди них работать, привить им любовь к Слову Божию? Это мне вопрос задавали в техническом университете, ну да, уже я там вел занятия. Ответ. Были у них несколько раз, и кто посещал занятия их и наши, то их уроки сравнивают с кухонными посиделками за чаем, а наши с курсами академии. Понятно? Это в сравнении с ними. Это не мы говорим, а их священники. Был такой очень известный священник здесь, царство ему небесное, отец Михаил Капранов. Он сидел когда-то в огурцовской группе, был арестованный. И там он, как говорит, поверил, что есть Бог и прочее. И наши, когда его не могли люди ответить, а наши были. И он говорит, ну-ка скажите. И говорю, вот занятия ведут как. Они, которые люди наши ходили, он сразу их ставил на вид. Вот как надо учить. Это Михаил Капранов. Он был настоятелем Никольского собора. Это не мое определение. Цитата. Я ходила на занятия по изучению Слова Божия. Это в кавычки означает, одна из наших сестер пишет. Закона Божия в Институт культуры. Занятия проводил отец Михаил Капранов. Учебный год 1994-1995. На эти занятия приходили братья и сестры из Крестово-Дрилинской общины. Они приглашали прийти на их занятия в Политехнический институт. Не в общину, на занятия. Это у нас разрешается, мы развешивали. К нам запрещено звать. Предлагали материалы об истинном крещении, о церкви, о священстве, о посте и так далее. Я материалы все брала, изучала, с чем-то соглашалась, а что-то отвергала. Беседовала с ними раза 3-4. На следующий учебный год мне не захотелось еще раз изучать закон Божий. То есть закон Божий, как живой, закон Божий. И я решила пойти на занятия в Политехнический институт к проповеднику Лапкину Игнатию Тихоновичу. Договорились с ЛП Тарасовой, с Лидией Павловной Тарасовой, пойти на занятия. Она болеет сильно, помолитесь за нее. Но она по каким-то причинам не пошла. 14 ноября 1995 года я пришла на занятия одна. Первый раз. Занятия до такой степени перевернули мое сознание, что я 3 дня взахлеб всем рассказывала про занятия и всех приглашала на них. Я про это ничего не знал, это она написала так, я узнал. Хотя у меня и были сомнения, что, возможно, ошибочно мое мнение. С каждым последующим занятием я убеждалась, что мнение мое о недоверии к занятиям было ошибочным. И что я попала туда, куда стремилась моя душа. Туда, куда стремилась ее душа. Она не находила ответа, наконец нашла. Это она пишет дома. От занятий у меня только было чувство, что будто я пришла, рот открыла и не успела закрыть, как занятия уже закончились. 17 лет прошло. И продолжительность их была не 2 часа, а 2 минуты. Так казалось. А у нас двухчасовые занятия. В начале января Игнатий Тихонович пригласил членов общины раскладывать газетки на улице Никитина, 147-1. Это газеты сворачивают в четверо, то, чтобы передавать другим, раздавать по городу. Я попросилась прийти, мне разрешили. Я долго за дверью доказывала, кто я такая, ибо я не знала, что надо было прочитать Иисусову молитву. То есть я через дверь днем, у меня полная комната людей, там бывало до 50 человек, и я не допускаю ее, это мое правило. И она не знает, что ответить. Я еще спрашиваю, что говорить тебе надо. Я помню, меня тоже не пускали. Вот мы никого не вербуем, не затягиваем. Еще раз говорю, она уже пришла, уже готовая. Еще за дверями будет стоять, и я не открываю дверь. Я опасаюсь ее. Потом я попросилась на богослужение, на беседу с отцом Иоакимом. О, попроситься, тогда мы открываем. Она попросилась. Я сшила себе длинную юбку, 2 платка, и пришла на богослужение на улицу Никитина. В марте написала заявление на крещение. Я была крещеная, но как, не знала. Когда я поделилась сомнениями с мужем, он рассеял все мои сомнения, сказав, ну кто тебя погружал? То есть погружения вообще нигде не было, и спрашивать не надо было. Вообще не было нигде. Если и крестили, то точно без погружения. Это муж ей ответил так. Тут уж я твердо решила, надо креститься.
До крещения такой был страх, что я умру без крещения, причастия, покаяния и пойду в ад. Вот понимаете, какая душа, какая ревность у ней была. Дальше. 7 июля 1996 года я приняла крещение в озере поселка Потеряевка. Пока не вошла в озеро креститься, я не верила, что меня покрестят, потому что я еще не готова, грешная и недостойная этой общины. После крещения стала членом общины. Слава Богу за все, что я думала об объединении, что я думаю об объединении. Нас будут гнать, ненавидеть и запретят. Но я пойду за общиной. Все, да? Да. Дальше все, следует. Все, понятно. Дальше мои слова. Координаты. И Слово Божие. Пропусти. Вот это дальше. Мои, это Слово Божие что говорит? Евреям 2:12. Возвещу имя Твое братьям моим. Посреди церкви воспою Тебя. Путь к нам открыт. Мы напротив их силы и связи с властью. Мелкая рыбешка. Захария 11. Это я пишу после нее. 11:2. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Когда я писал это, вот это, что здесь написано, 17 лет назад, у каждого, который писал, кто обращался, я что-то из Слова Божия писал. Но я же не знал, что такие события будут. Эта душа, которая писала, нуждается в помощи. Мне передают, что душа эта будто бы сказала так: а я не в церкви, я буду ходить в другую церковь. Она не в церкви, значит, не крещенная, души ее Бог не касался. Ну и все проще, это не существовало. А как определяешь? Ничего, дальше разговор. Разговор уклоняется. Было только добро. Церковь определяется рождением свыше, полным крещением, молитвой, милостыней, постом. Такой общины, чтобы все до одного соблюдали пост, вообще нету нигде. У православных это вообще даже... Любой с улицы заходи, исполнял, не исполнял, там, ну, священник накроет и петрохилию. Второе. Милостыня, молитва. Молитва, ну, чтобы проверить нельзя, но молятся все. Приходит. И чтобы так выходил священник лицом к народу, Евангелие считал на русском языке, деяния, послания, все считается на русском языке, на стенах евангельские тексты. Такие занятия мы там вели. И кроме того, вы знаете, что у нас в храме считается проповеди святого Иоанна Златоуста. Более 200 проповедей в год. Более 200 на русском языке лицом к народу. Какие еще тебе занятия-то нужны? А вот я не знаю, тут нам не говорили что-то там про богослужение. Богослужение объяснять почти не надо. Потому что все объяснено у Иоанна Златоуста. Тем более, что входит в богослужение? Подготовка к крещению, катехизация. Да больше, чем у нас нигде не говорится. Книг 38. Толкование толковое Евангелие. Милость не определяется. Ну, я не о частном порядке говорю, поэтому скажу. Вы знаете, кто к нам приезжал за милостыней? И они говорят... Сбор идет по всей стране. Но больше вас никто не помогал. Вы помните? Библейское общество. У нас всегда измерялось шестизначные цифры. Хоть к отцу Даниилу Сысоеву, хоть сидел, когда Константин Душенов, устанавливались связи и курьеры туда отвозили. Мы не по почте передавали. Это просто перед Богом сказать. То есть определять, что мы не православные, никаких параметров нету. Вообще никаких нету. Кроме того, мы к себе не зовем. У нас полностью Златоуст насчитанный, жития святых, бери, считай. Но однако сатана подкараулил и все, что это заключалось в крещении. Заново начинаю я просматривать и вижу, да, там была заноза. Поэтому, не зная как, помолитесь об этом человеке. Человек потерпел катастрофу. Еще один, второй, который есть, я даже не буду говорить. Он об своем обращении, 84 человека писали, самое большое по размеру. Его у нас уже нету. Недели нету. И человека этого, когда считаешь, где он только не был человек, там и у эгоистов, и какие-то там названия, свигуны, причинники, чего только не было. Дьявол таскал и таскал. Обычно такой порядок. От православных отделились баптисты, от православия идут баптисты. Но чтобы от баптистов адвентисты, но через православных к адвентистам, это уже через одно перепрыгнул. От адвентистов и эгоисты. Так вот у нас была и перепрыгнула туда, к эгоистам, через два хребта. И вы знаете, сколько слез было пролито, говорит, и человек этот вернулся. Вернулся, побыл несколько лет, и вдруг вот, уже две недели его нет. Он говорит, а я буду ходить в свою церковь. А какую? Ну, там где-то какое-то, Андреевская там или какая-то. Это уже мне передали уже все.
Это уже моя там церковь. Ни одного дня там не был, это моя церковь. Это не соответствует действительности. Тем более я говорю о людях добрых. Особенно вот о второй. Она мне помогла так, как, может, никто не помогал здесь. Создание этих книг. Человек отзывчивый, добрая душа, везде поможет. Не бодрствовала. А что в нем? Упрямство. Своеволие. Непокорливость. Шею не может наклонять. Свое мнение где-то дальше. Такие люди, женщины, как правило, непокоривые мужьям, на 100% уверенность, или разведенные несколько раз. И, потому что зло выборочно не бывает. И зло только, не только здесь. Вот у нас было непокоривое, вот шторки, то я всегда говорю, передавайте ей привет. Она хорошая. Но покорности никакой не было. Она потерпела полный крах. Все, мы лишились фактически двух сестер. А предупреждения были. И куда? Одна говорит, а я в Московскую патриархию, в такой-то храм. А в Московскую патриархию переходить нельзя. К истинному православию, там есть такой заголовок. Я перехожу в Московскую патриархию. Нельзя переходить туда, где нет членства. Там дверь открыта, зашел, ушел, 100 лет тебя нету. Все равно тебя отпоют. Лишь бы хоть мощен был, скажи, я крещен был. Причастят любого. Это колесное христианство. На коляске привезли крестить, приехали на Кадиллаке, на Большом повенчались, ну и катафалк привезет хоронить. Все. Патриархию нельзя переходить. Мусульманство можно переходить. Там надо прийти, обрезаться, принять ислам. Назад тебе ход уже не будет. Из мусульман только под нож. А здесь можно свободно. Вы хорошо слышите? Да. Первая фраза, которая произносится на 15-й том, положите. А туда. У нас одинаково. Что там, что здесь. Вот вспомните, уже кто уходили и говорили. Первая фраза. То есть сатана, прежде всего, должен убедить, усыпить бдительность. И, как говорит апостол Павел, если ты стоишь, ну бойся, чтобы не упасть. И потерять первую любовь – это страшно, но ее нужно все время возгревать, братья и сестры. Вот просто тревога, тревога за каждого из нас. Потому что если мы не будем бдеть, если мы не будем думать, стою ли я, и как стою. И вот эта первая фраза, если возникает она – а у нас одинаково, что там по Московской патриархии столько лет нам говорят и убеждают нас в этом. И мы еще не убеждены, что это разница великая, и нельзя говорить, что одинаково. То, как только ты сказал, произнес эту фразу, что у нас одинаково, что здесь, что там, уже сатана тебя зацепил. По учению мы одинаковы, но отношение к делу разное совершенно. У нас всякое сектство вот это с властями намертво запрещено. Я сегодня большой посмотрел ролик, ну против его ставит, тут он, его Баранов Михаил, мой бывший монах Григорий, отрекся, он близкая рука, говорится, Невзорова Александра Глебовича. И он со всеми беседует, там и с митрополитами его, и Всеволод Чаплин там его принимает, и из них составляет ролик, показывает. И далее выступают разные ученые православные за то, что во все структуры власти влазит, патриархию ждет крах полный вместе с властью, они связаны намертво. Что за нами они гоняются, за библиотеками они ответят по полной программе. Связываться с ними, это идти на смерть. Заключить условия со смертью, сейчас я скажу. Одинаково? Да вы найдите такое, чтобы в храме были надписи. Вы найдите так сегодня, в Барнауле много храмов в Алтайском крае, где выходит священник простое и считает Евангелие все на русском языке. И что все до единого были имели правильно православное крещение. Что все до единого постились. Ну найдите, мы познакомимся, узнаем, как это. Одеты были по форме. А это сразу человека, говорит, централизует. Вот юрист у нас сидит, и он знает прекрасно, сколько лет, допустим, я не знаю, ошибусь, может, 10 лет назад, навскидку говорю. Ничем судья не отличался. А сейчас одевают в подрясники, по форме заходят. Зачем? Другое отношение. А до этого, я суды-то хорошо знаю, много судился, ничего не было. Зачем сделали? Зачем в армии везде форма нужна? Любая. Она тебя привязывает к какому-то обществу, показывает, кто ты есть, и ответственность накладывает. Там ничего нету, проходной двор. Вот, несколько недель, две назад я был в Покровском соборе. Люди вообще ничего не знают. С кем не заговорят, зачем это надо, батюшка. Батюшка привязал себе, он заменил отца и сына и Святого Духа. У нас-то ведь не так. И говорить, что одинаково, пойти туда, у нас не учили. У меня была одна знакомая душа. И она встретилась, и я ее послал сам в Россию, там познакомиться ближе с пятидесятниками, чтобы быть. И они ей мозги свихнули.
а они на Духе Святом. Говорение языков-то. И она мне уже пишет, лежу пятисячнические письма. И вот тогда у меня было первое страшное потрясение. Молитва. Молитва, знаете, как аларм называют. Молитва непрерывной тревоги. Вот мне нужно за гвоздями идти, а у нас реконструкция города. Я иду через лесополосу. Я упал, и сколько там был, я не знаю. Я из слез не выходил неделю. И она вдруг не понимает, что с ней там стало, случилось. И она, я домой поеду. Они уже ее считают совсем. Она сняла крестик там свой, зарыла в муравейник, все. А я ей о Духе Святом не говорил. А ей мысль пришла, она о Духе Святом не знает. И она вернулась. Неохота сознаваться. Вернулась. Я благодарен Богу. Бог услышал. Благо, человек недалеко, рядом. Вот как делает Господь. Поэтому у нас совсем другой подход к делу. Вы чтобы знали, о чем нужно будет молиться. И вот еще такое дело. У нас близкий человек был. И уже уезжает от нас. Почему? Хочу быть рядом с отцом Геннадием Фастом. Там рядом погода другая, там то другое. Человек здесь был нужен. Наш один из самых близких людей. Это уезжает туда. Полностью разошлась с отцом Геннадием Фастом. Перешла какие-то подпольные. Человек этот работал всю жизнь. Они ее убеждают. Паспорт не нужен. Она его выбрасывает. И, наверное, это враг. Она выбрасывает. И ничего нет. И она теперь за счет того, кто подаст. Ну, подаст опять тот, кто паспорт имеет-то. Это обман. Там Авель такой монах разъезжает. Волк лютый. Вторая здесь тоже появляется по тем же именем. Тоже Инанан. Паспорт не надо. Пенсию получать не буду. Так или не так? Кто у нас такой есть? Ну-ка скажи. Есть такие у нас люди или нет? Которых тоже сатана зацепил на крючок. В нашей общине бояться Инанан, это значит, он ничего не знает. Инанан это только числовой знак, которым нас определяют там. Тавро, которое ставится на скотину, по номерам определяется. А как? 1000 скота. У каждого свое. Как определяем страницы в книге? И в моих книгах везде 666, все страницы 667 будет идти. Это не знать Писание. Антихриста нет, а печать его есть. Это в уме или нет-то? Антихрист 3,5 года будет подготовку вести во всем мире. После мировой войны. Когда страны этой не будет. Ничего не понимают. И такую муку на себя взяли. И никого теперь они не хотят слышать. Я говорю, понятно? Получите паспорта. Получите пенсию. Если можете, работайте. Не дурите. Я не могу ничего сказать. Относительно ИНН высказано все. И анкрестьянки там. Все об этом сказано было. Об этом в священном начале патриархия открыто высказалась. Это подготовка идет, а подготовка во всем. Электричество – это подготовка к Антихристу. Компьютеры, все, что у нас есть, это подготовка к Антихристу. Почему ты решил против этого идти? Но тот паспорт зеленый был. Позеленеет в глазах прямо. Да какая тебе разница? А он зеленый был, а этот красный. Это паспорт, это бумага. Я прошу, помолитесь Богу, я вас не заставляю. Если не трудно, подойдите ко мне. На этом сатана ловит человека, он ведет ложным путем. Все силы уходят на борьбу с несуществующей опасностью. А живет во грехах упрямство, ноги не может согнуть при крещении. Это ни во что ставится. Я понятно говорю? Крещение было действительно, повторяю. Действительно, но упрямство твое едва-едва не сорвало все. Как батюшка смог, то, как говорится, сломать, наклонить. И за этим начинает выявляться несоборный дух церкви. Кому дошло, о ком я говорю, подойдете ко мне, переспросите, если что-то нужно. Так, сестра Татьяна, я к тебе. Ты записывай, кто болеет. Заболели у Игоря Третьякова. Заболела, я не знаю, маленькая девочка там, или Акелина, или Агафья. Акелина. Он-то, знаешь, почему не пришел в церковь? Вот это абсолютно недопустимо. Юля заболела. Бабушки нет, Юля заболела, у нее температура высокая, и Акелина заболела. Хоть кто заболел, это рядом в городе. Он позвонил утром, предупредил. Повторяю, этого делать нельзя.
поставь рядом ведро воды и собирайся в храм, иди. Не играйте на больных. Это нельзя отойти от того, который сумасшедший. Он без тебя кидается в окно и где-то что-то. Не играйте этим. Доверься Богу. Тебя сегодня нет, и он какой-то, у Феешка было, в дурдом и квартира. Юля так... попросил. Его Юля попросила, чтобы он остался. Вот это и есть. То любит жену более, чем меня. Не достоин меня. Я, говорит, не я знаю это дело. Пусть она просит, это ее дело. Это слабость женской природы. Приезжает к нам священник. У нас завтра служение. Он от патриархии приехал. А у меня домой там жена рожает. Еще ты ее будешь. Акушер какой, что ли? Без тебя нельзя было зачать, а родить постарается без тебя. Вот поп не знает, главное, где мужчина нужен. Не надейтесь на сами себя, что я вот, от меня что-то зависит. Мы молимся так, если наша поездка не нужна, брось перед нами Эльбрус, чтобы нами переехать его. Но пока все складывается, в любом случае мы уже готовы поехать. Мы эту неделю складываем книги, подписываем, так что вы, но мои помощники, практически почти уже не придется ничего делать. По поводу болезни. Я уже неоднократно говорил, предупреждал, братья и сестры, не играйте этим. Это огонь очень опасный. Потому многие болеют, что мы под болезнью скрываем свое нежелание идти в храм, молиться вместе здесь, в общине. Так, теперь смотрите. Вот это лежат у нас книги. Я запрещаю проносить даже стакан, когда здесь у нас трапеза бывает. Теперь раскладываем книги. Там шкаф. За книгами стоит вот эта полная бутылка. Хозяин ее кто? Да мало того, стиральный порошок наполовину выбран, и там стоит за книгами. Пролитая бутылка, это у меня, вы понимаете, что это за цена? Вот трехтомник, это 75 евро. А это десятки книг, куда она попала-то? В шкаф, где раздеваете, тут на этом уровне полка, который, как заходишь, сразу налево. Кто поставил? Батюшка хотела сон пробовать. Кто? Была записка, какая-то Валентина, ну не знаю, Варламова что ли. Ну кто такая, не знаю. У вас таких нету? Ничего не скажете. Так, совет какой, Даша? На, подели ее, бутылки верни. Ну это святая вода. Насвященная, наверное, вода. Не знаю, куда, поэтому не по, такое место не попираемо ногами, за храм там вылить ее, она в воду уйдет. Я прошу, не приносите сюда вещи, это же не помойка какая-то. Если кому-то надо помочь, спросите, надо или не надо. Притом, поношенное себе оставь, а не чини. Грязное, нижнее, все приносят он в церкви. Мы были в Покровском соборе. Приносят доливщика нестиранные. Ну кому это нужно? Я вот у баптистов был, они у них тогда получали Евангелие. Ну и означает, они тогда, которые замызганные, свои заслюнявленные, там вот так вот листают, когда. И она кому-то дает. Сохрани Бог. Я считаю это неуважение ни к Библии, ни к самому себе. Это твое. Ты привык к каждой здесь запятушке. Каждой помарке. Ты дай человеку такое, чтобы этикетка на этом была. Давать надо, а лучше не давать. Не знаю, лучше или не лучше, я не могу сказать. Но я знаю, что давать написано лучшее нужно. Если ты принесешь Господу, говорит, хромое, косое, это князю понравится ли ему это, пророк спрашивает. А Господу приносите что? Пришел и стоит, позевает, да ноги поджимают. Так, Михаил Петрович, ты мой дорогой, я тебе все это поручаю дом. Братья, чтобы здесь с 27 мая помогали дежурить, на один день не оставлять. Приходите дежурить, это обязательно. Большая территория, мы на виду и прочее. И голуби, чтобы еда была, ты просто другим покажи, где и как. Ключ должны только те, кто ночует здесь. Можно ночевать здесь, а можно, может быть, там заходить. Мы-то там живем. Ну, просто необходимо заранее сказать, мало ли что будет. На этой неделе вот мы едем второго, очень важный момент. Помощь. Я думаю даже обязательно поехать с книгами, и когда получим, я тогда сделаю подарок в консульстве Германии и в консульстве Великобритании. Ну, если где давали визу, я всем подарил книги, где ушной аппарат дали, подарил, тут тем более таким людям. Это мы сделаем. Так. Ну, почти можно сказать все. На день деревни. Вот у нас просятся Потеряевку. Вчера, позавчера разные люди просятся. Я еще ни одному не дал разрешения. Одинокие.
одинокий прижиться не может. Это не городская квартира. Он один здесь будет. Там все надо. Тебе пила дурища, чтобы работала, а ты один. Корову ты не заведешь. Это косить надо, ни техники, ничего. Это невозможно. А, вы закрылись. Ну, нереально, у нас были. Мы делали, открывали двери для одиноких. Ну, он не может ничего сделать-то. А помогать у каждого свой дом. Это тут никак, обязательно надо было. Так что, если дети есть, в лагерь дверь вам открыта. Поближе ознакомиться. Вот так. Сегодня я гляжу, девочка была, прям на платье наступала. Ей поднять что-то она подергивала. Чтобы она только до сгиба ноги. Нога сгибается где. И доставала здесь, посмотрите, крепко завязать. Она все время стояла на службе, и господа, это. Просто посмотреть надо. Детям. Так, вопросы ко мне. Уехала. Если нет ничего, я сегодня озвучу одну фамилию вам. Мы были во Фрунзе. И там был общество научное знание, один еврей. Гальперин Борис Иосифович. У меня сохранились записи. Я везде все записывал. Теперь их, может быть, и ни у кого нету только. Очень умный еврей. Громил баптистов, там к отделенным везде проникал. И все у него было на месте стоять. Я встретился и один раз с ним поговорил. Я сразу определил, где у него границы, где можно с ним разговаривать. Некоторую тему можно закрывать, он знает больше нашего. Но за него молились. И он болеет. Ему делают операцию. Не помогает. Вторая. Сейчас я не могу сказать, сколько, но 18 с лишним операций. И теперь он на больнице сидит там. Баптисты его крестили. Он с баптистами-то воевал больше всего. Теперь сидит баптист. За баптистов везде там ведет, ну не агитация, а прямо по слову Божию все приводит. Это настолько удивительно. Ну, я кого знал, ну, мало таких, которые, его работа была хлеб, бороться с религиозными предрассудками. Притом, евреи, другая нация, другая культура, как говорят, все. И он сидит на койке, где-то, у меня о нем где-то есть, я могу сказать, в каком томе. И это приехал из Германии баптист Кушнарчук, Иван Данилович, а он с ним больше всего и воевал. И через них я это и узнал. Так что те люди, которые у нас ушли, они ушли, может быть, даже и не знают, что они никуда не ушли. Мы остались с ними. Тем более люди, которые столько добра здесь поставили. Вы о них усильте молитву. Я повторяю, никого не называю. Усильте молитву. Те и другие, о ком я говорил, это хорошие люди. Хорошие, но сатана посмеялся. Причину нахожу в своей воле, без советия. Самомнение. Вот думаю так, и ты мне и сразу спрятался, и все. Это не годится. Христианин открытый человек. Что-то не так. Вот я перед вами все говорю. Вот мы боялись, Шенген не откроет. Оказалось, фотокарточка не та. Отослали назад. Вместо двух недель нас вместе целые открывали. Ну, нам открыли. Теперь вот ехать фотографии нужно там, видимо, будет делать. Мы уезжаем. Витя пригонит газель, и на газели мы погоним туда. А уже как только все это оформлено, так сейчас подготавливают нам место базы где-то в Калужской области или Смоленской, где-то там. И туда мы должны отправить опять деньги, конечно, деньги немало. Это контейнер литературы, на место довезут. Даже 3700, это почти точно, а может 3750. Вопросы? Я хочу сказать, можно, да? Давай. Я не буду уж надевать аппарат, мне без него удобнее сказать. Я хотела сказать про одну из сестер, которая ушла. Кто? Не сестер. Мы имена не называем. Не называю. В общем, она, с ней начались изменения после того, когда она стала постоянно работать в интернете. Да, у нее сразу пошло дикое раздражение, да, абсолютно на все, особенно наше собрание. Да, я знаю. И вот, значит, я так думаю, что, может быть, кому-то не полезно работать. Нет, я знаю, с кем не полезно. Я не буду называть, тоже не буду называть, но скажу. Она знакома с человеком, который пришел из баптистов. А те, которые приходят из баптистов, из старообрядцев, ему хоть из кожи вылез. Ему надо теперь доказать, что он святей Папы Римского. И у нас по скайпу с этим человеком, на несколько человек, 4 человека прицепилось, там одновременно идут это. И он начинает говорить, и для него все сектанты, где он был, это все церковь. Я говорю, это не так. Церковь там, где есть священство. Его как сорвало, как он понесся, да это еретик, да то другое. А до этого хорошие отношения были, то есть это тоже нужно было, а она с ним близка. Я знаю, откуда ветер дует, мне точно нельзя говорить об этом. Я уже давно целенаправленно в ворота небесной отчизны стучу. И ему ничего нельзя сказать. Он из друзей вылетел, а потом попросился опять, он видит, что ничего нигде нету. Я знаю, откуда это.
Это что я молчу, это не говорит, что мне это неведомо. Я другим чутьем ощущаю. Там болит. Болит, у меня начинает болеть. Если говорит евангелист Иоанн, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Отсюда вывод. Нет больше печали, как те, кто отходит от истины. Разделяли искренние беседы, ходили в дом Божий, говорит, и сделался из друга врагом. Но они никогда, никогда не смогут забыть то, что имели здесь. У них ничего нету. Но заходит одна наша сестра, и Потеряевская, которая мать разрушила все, ее девочка здесь. Она заходит, она уже у баптистов сидит, все раздето, сыночка, все уже, все. Но они, оказывается, и к баптистам не перешли. То есть баптистам ходят, но мне уже передал батюшка. Нет, они между собой, которые скучковались, они не знают, как себя назвать. Ну, все-таки там два человека, не считая детей. А дети-то плетутся куда угодно. Там только ворота раскрывают с детьми. Дети вольные, пять девчонок. Ты знаешь, что там бывает. Там охрана, да, охрана нужна. Охрана нужна. Отец говорит, потеряй покой. И не показываем веселого лица. Я знаю, что. У нас такие в деревне были, они, говорят, подолы не успевали замывать. Так что молись. Я благодарю, сестра, что ты знаешь, но это реально. И в интернет из-за того, что она неправильно пользуется, ей не полезно. А в интернет тебе не зачем лезть, только считай полезное, что есть. Вот я, патриарх говорит, хорошие проповеди, я их все перетащил, они у меня находятся. Выступает Осипов, они у меня проповеди, Кураев, его проповеди, Дмитрий Смирнов, его проповеди в нашем форуме. Все компактно. Интернет – это чудо. Одно из самых дивных чудес. Поэтому все должно быть честно, по-честному. Я говорю, что тот материал, который мы сделали за 11 дней, Володя записывал, его нет нигде в мировой сети и не будет никогда. Полностью 12 томов «Жития святых» полностью я рассматриваю во свете Библии. 83 ролика. Меньше полчаса нет ни одного. 83 ролика мы выставили за 11 дней. Представляешь, что такое? Этот материал вы можете там брать. И люди там берут. Новые люди находятся. Православные. Некоторые сектанты пришедшие. Руководители сектантов. И они через наши книги находят Бога. Я им высылаю сейчас книги. Они все платят и... Я 10 лет был пресвитером, тут таких-то называют сектантов, харизматов. От харизматов приходят вообще удивительно. И приходят не рядовые. Так что все оправдано. Люди, которые у нас были, я один маленький момент хотел сказать. Тут я уеду и не вернусь, чтобы знали. А у них там нет епископа. Как нет? У нас епископ есть, Ларион. А он написал так, на нем пашут. Он не сам сказал. У него выхода никакого нету. И что он сказал, да еще неужели не догадываетесь? Иоанн Крестьянкин был такой. Мы подходим в дверях, приема нет, не стучать. Мы стоим, три брата уткнулись, постояли, никого нет. Мы развернулись и пошли. Когда мы уехали, нашелся человек, говорит, а почему вы не зашли? Я говорю, ну написано. Да это специально написано для КГБшников, что он никого не принимает. А кто знает, ему условный сигнал дадут, он откроет и побежит. Ну откуда бы я знал, хотя бы ссылка была какая-то. Ну я бы стучу, он оттуда вылез бы, а то и сказал, тебе что, непонятно, баран, куда стучишь рогами? Ну, написано надпись, я по надписи сделал. У нас-то так нету. У нас все открыто, как в мире говорят, простодырые. Мы даже для КГБ не интересны. Если они у нас будут заниматься, они будут все православными. Если нас будут слушать здесь. Давай, Сергей, что ты хотел сказать? Написано, молитесь за начальствующих. И у меня просьба помолиться за администрацию Ленинского района. Ситуация такая. Я взял заброшенный стадион и стал там благоустраивать площадку под занятия спортивной дрессировкой. Администрация ожесточилась, присылает полицию. То есть там, ну, выставила эту землю на торги. И вроде, ну, кто больше даст. А земля должна... быть, ну, целевая направленность. То есть там был всегда стадион. Сейчас на этом стадионе пьют пиво, молодежь собирается. Я вот был там, мамки с колясками, вот человек 20 с колясками, и все пьют пиво на этом стадионе. И администрация мне не хочет никак не помочь, а просто мешает, чтобы я там занимался спортом с собаками. Помолитесь просто об этих людях, которые посылают полицию постоянно, меня там, ну, вымогают деньги и заставляют убирать, что там я там. Так, построю. Татьяна хотела что-то сказать. Я хотела всем поклон передать. Звонила Валентина Капилина из Казахстана. Всем поклон передает.
Молятся они, даже хотят что-то маленько собрать, вот Игнатию Тихоновичу помочь на поездку. 6 человек их там собирается, ну, занимаются занятия. Так хотелось, чтобы помолились за Лидию Павловну, она очень больна сильно, и за Фросию, и за Нестора. Фрося там, что Фрося объяснит. Чай сама себе наливала и опрокинула. Обварилась. Кипяток, да, прямо на ложечку. Куда? На ногу. А Несторка без благословения, без разрешения убежал из дома и наступил на гвоздь. Где дом? На гвоздь наступил. Ну и болящих много. Все мы сейчас больные стали, но двигаемся, доходим. Слава тебе, Господи, уверение. Я говорю, ну, совсем прямо помирать собралась, а вот пришла сегодня, слава Богу. Не хочу сказать, что... Ночью болела, ошибка. Вот за сестер Игнатий Тихонович забеспокоился, а ведь сестры верующие, крепкие они, в общем-то, и были, и все, они наши. И они, ну как, не отошли от нас. Ну, вот постом, я не знаю, нас даже этот человек тянул нас в храм, как говорится, прямо. Да. И мы ходили, и, ну, прекрасно все. У нас нету, вот когда мы постом, у нас нет батюшки, и как-то мы как бы в стороне остаемся. Вот. Ну, чтобы это, как говорится, совсем не увело этих людей от нас совсем. Молитесь, да, за них надо молиться, нам сильно надо за них молиться. Очень хорошие были. Прекрасные сестры и помогают, вообще. И все делают, и, ну, я не знаю, слез не хватает. Может вернуться еще, помогите. Так, я не закончил мысль, которую говорил. Вот. Я выезжаю, и в это время может умереть батюшка. Это один из вариантов. Мы это говорили еще, когда в акт поклонническом общении не было принято. Мы говорим, на нас это никак не отобразится, никак. Мы были, так и будем. А причащаться в любой храм открыто. Мы же признаем благодатность Московского патриархата. Все очень просто. Десятина также платится. И батюшка, вот видите, крышу перекрыл везде. Здесь, значит, церковный совет будет тогда решать, где причащаются. Там священникам будут относить, ну, так как это будет вместе, если где-то бывает. Из этих тогда мы на содержание берем это. Я деньги не прикасаюсь и не вижу. Вот и все. А если они скажут, а можно к вам прийти послужить? Мы на эту тему можем поговорить с местным архиереем. Да, можем, но остаемся самостоятельной общиной. Никакого на нас давления, ни притеснения быть не может. Мы состоялись, и мы, патриарх об этом говорил, они просто упустили из вида. Индивидуальность, это многообразие, приносит свои плоды. Нас не будет, вот, который я называю сотни, тысячи людей. Это не просто тысячи, а только на Ютубе 300 тысяч. 300 тысяч это не два человека, это посетители. 280 только, или сколько, 380 подписчиков. Так, выход, даже никакого выхода нет, мы как были, так и есть. Мария Египетская 47 лет не причащается, ничего. Это признание благодатности священства, это как раз и входит в самое главное. А если бы не пришел Зосима, без причастия спаслась бы, у Бога все известно. А то он ее нашел там через 47 лет. А сколько таких было, которые ни разу нигде не встретились, в церковь не пришли. Но они не отрицали благодатность церковной иерархии. В этом заключается. У нас Иларион, его упоминают, и приезжают к нам епископы Московской патриархии, епископы Максим был, Сергий, служат также. И мы приходим, и когда был Евтихий, наши все дети пошли там причащались. Уже вы помните, как это было. Так что на нас это никак не повлияет. Но кто-то хотел бы на этом сыграть. Не будет батюшки, ну и все. То есть один из вариантов такой, что у нас может быть священник, рукоположенный кем-то из них, и они рукоположены. Но мы заранее выговорим, что никакого диктата над нами не будет. Никаких их уставов, руководства общины, что они приняли совершенно беззаконные, из-за чего Георгий Титов ушел, вот Андреевский. Вот. У нас этого не будет. У нас все зарегистрировано, мы официально имеем статус, в котором не предусмотрено, что без священника мы исчезаем. Мы остаемся те же самые. Мы слишком богаты. Поэтому мы делимся. И для них самый неразрешимый вопрос патриархии, что вот я еду до края земли с братьей и книги дарим. И где только бы мы ни были, и всех до единого направляем к храму Московской Патриархии. Мне сейчас такое разгромное письмо пришло с Украины. Вы что делаете? Куда вы людей направляете столько труда? И они правы. Там Путина проклинают до 10-го колена. И людоед, и фашист. Зачем это нужно? Мы должны только молиться. Я никого не могу проклинать. Не проклинайте, а благословляйте. Тем более евреев.
эти вопросы какие? А как теперь никак, как было, так и есть. Мы дорогой берем справку, батюшка распишется, что мы не на отлучении и можем причащаться в любом храме. В любом государстве православном храме. А если не будет, причащу у католиков, у Григорян армян. Если никаких нигде не будет, и нас захватила смертная нужда, мы признаем эти церкви. Только 5. Копты и сирийцы. У них рукоположение от апостольских времен. Это не ересь. То есть ереси везде хватает. Неправильно они крестят, ответят за это. Но это настоящие священники. И когда они приезжают, они служат здесь. Я помню, тогда семинаристы были какие-то в Коптской церкви, наверное, так интересно поют. Были здесь. Я говорю это на то, что если подойти и благословиться, если бы католики были, я смело подойду сегодня же. Почему? Мы признаем их благодатность. Но в танцах мы не участвуем. Я говорю, что смертная нужда, когда нигде православных нету, а я едва дышу, я скажу, призовите его, я его признаю. Так у него по-другому там где-то. Это он перед Богом. Я верю, по вере моей будет мне. У них тысячелетие, 2000 лет. Католики 2000 лет. У православия только 1000. Ну, местное в России имеется в виду. То-то православие полное, оно от апостольских времен идет. Григория Армянская там в 4 веке. Оп-то другое. Да, вопросы. Геннадий Тихонович, можно еще? Можно спросить у Насти? У Насти, на какой стадии у вас сейчас строительство идет? Веранду завтра должны уже перекрывать. Кто не стропила? С стропилами и будут уже закрывать. То есть уже сруб вокруг веранды готов. Как только веранда у нас заканчивается, мы туда переезжаем, рушим внутренний дом. Сейчас у вас еще какие проблемы? Скажи, чтобы мы уже немножко были в курсе и собирали там. Слава Христу, пока стройка идет, пока денег есть, все есть пока. Слава Христу. Теперь только наши молитвы благословим. А еще пока не разрушим внутренний дом, еще ничего. Дом внутренний еще не разбирали? Нет, еще не разбирали. Он же притык к стене. Так, еще один вопрос, касающийся будущего. У нас как бы не принято, но так принято. Каждый день не причащаются. Принято только в посты. И на День Ангела. Получается 4-5 раз. Может быть меньше, но не меньше 1 раза в год. Если человек не причащается в течение года, он сразу автоматически переходит в число оглашенных и с батюшкой пусть разбирается. Мы не будем допрашивать. Как правило, это грех. Сделанный грех. Человек отчуждается. Но бывает еще некоторое время он держится. Кто давно не был на причастии, это жизнь. Вы числитесь еще где-то. И может быть вам хорошо, нравится, но подумайте о будущем, кто не причащался. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни. Без причастия нет жизни. Хорошо расслышали? Угу. Я еще раз говорю, я никого не называю, вы просто знаете. Но у нас, оказывается, есть такие люди. Я невнимателен. Да еще есть такие люди, за которых я был поручителем. Вот что мне это в поношение. Я молюсь. Ну, просьба отказать. Просьба не удовлетворена. Ты должен сам сделать что-то. Иоанн Златоуст говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Бог отвечает трудящемуся. Поэтому перешагните это. У тебя эпитемия будет. Ты согрешил, ты впал в какой-то грех. Подойди к батюшке, не когда-то, а сегодня, пока он здесь. И он наложит эпитемию. И ты ревностно выполняешь, и ты вернешься в число людей, живущих во Христе в церкви. У церкви на все эпитемия. Есть эпитемия, до 30 лет отлучения было. А за что это? Когда было гонение, и некоторые христиане шли на поводу у гонителей, и сами разыскивали, помогали найти верующих, которых казнили. Ну, преступление это действительно в советское время, или в немцев расстреляли бы сразу. Но у церкви канон 30 лет. Ну и он, может быть, как говорится, скостить его при больших слезах, при ходатайстве многих, которые сами сидели, вот я имею право ходатайство за них, 1/3 может сняться, то есть 20 лет. Меньше ни дня. Каноны нужны, без канонов просто слепые мы. Если я говорю, что есть каноны, которые не определяются Евангелием, это означает, они нас не касаются. Это касается епископов где-то. Что касается нас, все до одного канона мы стараемся исполнять. Так, вопросов нету. Поблагодарим.
Ангелы пеши. Ангелы пеши, благодарны, чистое небо радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресе три дней над гробом. И мертвые воздвигнувые люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господню, на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождества твоего. Милосердный и любящий Бог наш, слава тебе! Как ты велик и всемогущ! Ты радуешь сердца наши твоим присутствием, что Дух Святой Утешитель утешает среди самых невероятных происшествий, как и бывает с нами, слава тебе! О чем мы рассуждали? Выправи! И не покинь эти души, они все перед тобою. Найди их, Господи, припомни добрые дела их. Наставь на путь истины, научи нас ценить то, что ты даровал нам, это братство, единение в тебе. Хвала тебе. Ты единый вечный Бог Иегова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бога. Да, мы всегда после Пасхи переходили на вечернее богослужение на 5 часов. Значит, следующее богослужение 5 часов вечера. Утром обычно. Когда вы? Через неделю? Суббота. Следующее. Я сказал, суббота я буду здесь. Жить здорово. Суббота 5 часов. 5 часов. Вечернее богослужение 5 часов. Давайте разделим. Давай, братья. Батюшка, вы когда едете? Пока не ели еще, потом натощать. Любовь Петровна взяла эту бутылку себе. Ну не среди же книг поставить ее. О чем речь?